за Ренессанс. А праздничный концерт «Весна Победы» продолжает солист академического мужского хора Калужской областной филармонии Евгений Ковригин. Черноглазая казачка подковала мне коня, серебро с меня спросила, друг, недорого ценя. Как зовут тебя, молотка? А молотка говорит, имя ты мое слышишь из-под топота копыт. Я по улице поехал, по дороге поскакал, по тропинке между бурых, между серых, между скал. Даша, Зина, Маша, Нина, все как будто не она. Катя, Катя, высекаю неподковы скакуна. Хоть шагом еду, хоть галопом поскочу, Катя, Катя, Катерина, неотвязно я шепчу, что ж за бестолочь такая, у меня ж другая есть. Но уж Катю словно песню из груди пробить. На сцене солист Калужской областной филармонии Алексей Майор.